Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 21 сентября. Долго не было в эфире по причине того, что я приболел. Приболел я от того, что... Так, сейчас мы тут припаркуемся. Так вот, я припарковался в таком вот закутке лесном. В общем, приболел я от того, что не закрывал окна. Вот видите, ездил с открытыми окнами, меня продуло. И, в общем, я долго-таки болел вот после тех 6 смен. Но сейчас я снова в строю. И сейчас буду проходить проверку личности и смотреть, что сегодня у нас. Что сегодня у нас ждет. Так скажем, сегодня среда на календаре, сегодня 21 сентября, день осеннего равноденствия, праздничек, 5:30 на часах, 17:31. Ну и посмотрим, да, на градуснике 17 градусов показывает, и посмотрим, да, что нас ждет сегодня, какая будет... У нас загруженность. Я кресло не снимал еще детское. Езжу с детским креслом. Ага, вот фотоконтроль машины. Ну, давно не был на смене. Сейчас буду проходить фотоконтроль. И еще сразу объявлю, что у меня вот такая вот цель появилась. 89 заказов до 27 сентября. Ну, за 6 дней они мне предлагают оттарабанить. Вот здесь 90 заказов почти. Ну, я к ней особо не буду стремиться. Но, тем не менее, вот такой бонус у них сейчас проходит. Сейчас буду фотографировать. Ага, ну вот, все, я подключил все тарифы. Точнее, подключил тариф детский и эконом подключил тариф. Ну, курьера я не стал подключать, доставку тоже не стал подключать, потому что это тарифы, на которых только тратишь время. Вот, ну сейчас посмотрим. Сразу заказ, вот ближняя подача тут неподалеку. 50 секунд, все, я поехал. Итак, отвез я вот девчулю до автошколы. В общем, 10 минут ехал. 89 рублей получил. Первый заказ. И стою, жду. Теперь вот понимаю, да, что сентябрь, все-таки конец сентября. Уже нет таких заказов, как в сезон, когда ты не стоишь на месте, а ты уже вот так вот можешь приехать. Хотя я в центре практически, тут набережная. Ну вот, можете... сами смотреть, да, тут всякие развлекательные места и так далее. И вообще тишина. Поэтому я думаю, что зимой тут, осенью поздней уже вообще ловить, так сказать-то, и нечего. Ну, в плане заказов. Ну, в общем, заказ мне упал на пляж Метрополь. Постоял я минуты 2-3, в принципе, недолго, и сразу выпал следующий заказик. Но еще хотел сообщить такую вещь, что вот у меня за то время, да, когда я работал там в режиме нон-стоп, так скажем, у меня поломалась эта приблуда, поэтому я сейчас заказал новую, жду пока и записываю вот в режиме так ручном, так сказать, в ручном режиме. Вот, ну, заказик у меня вот идет сейчас до пляжа, я уже подъезжаю, сейчас буду забирать пассажиров с Метрополя. А, он, да, он вообще в бочину ему въехал. Или нет? Ну да, в лобовое. Он уходил, скорее всего, поворачивал. Ну вот, за час 240 рублей получается. Сейчас приехал вот в район Пятерочки, точнее. Сейчас заскочу в магазин и затарюсь тут параллельно работе. Ну, неплохо, я считаю. Лучше, чем ничего. Итак, на часах уже 7 часов, 4 минуты, вот я стою на светофоре, еду в Магнит забирать ребят, вот. Так, ну вот, собственно, сейчас заказ с детским креслом словил, вот 7:30, ну, говорю, что ничего особо интересного в этих детских заказах вообще нет, потому что, как я и предполагал, вот 103 рубля всего лишь, ну,
5-минутный. Это то же самое. Единственный плюс, возможно, в том, что есть дополнительные заказы, так как сейчас заказов немного. Вот. А так, и рейтинг, да, там какой-то дается. Ну, в принципе, я могу этот рейтинг учитывать, но не подключать этот тариф. Ну вот, заказ упал на красную талку наконец-то. Сейчас вот в течение 2 часов вообще катался по своему району. Сегодня смена какая-то, вот будто домашняя, да. Тут 2-3 заказика, вот 2-3 километра заказики выпадают. Ну и такое ощущение, что вот Яндекс какие-то алгоритмы все-таки делает, да, более-менее под свои цели. То есть вот коротыши у меня в основном, заказики такие по району. Ну, можно приравнивать это к целям, может быть, и просто смена сезона так сказывается. Ну и так, ребята, вот уже потихоньку подвожу итог этой смены. На линии я где-то 2,5 часа, 8 часов сейчас на часах, я с 5:30 где-то. На линии 7 заказов, у меня 647 рублев. Вот приоритет десяточка, сейчас приехал на заказ, отвез людей на талку, зацепил сразу следующий заказ. Вроде бы хорошо, но клиент не вышел, я вот его скинул и сейчас сижу, жду. Потому что я уже, честно говоря, нацелился в сторону дома ехать и уже расслабиться, отдохнуть. Но заказа не пришло, поэтому вот сейчас опять вышел на линию и сижу в ожидании. Время 8 часов. Вот, заказик выпадает, ближняя подача, Короленко. Ну, принимаем, Короленко 28, поехали. Ну, в общем-то и целом, довольно-таки все, наверное, у меня на этот день. Сегодня еще один 8-й заказ поймал, получается 120 рублей. До центра вот доехал, довез девчонку. Ну, и в итоге там 647, да, было... Ну и 150 рублей она мне накинула. Получилось у меня 800 рублей вот за 3 часа. Вот такая сменка. Ну, коротыши, 8 заказов. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Вот. Единственное, хотел на кино попасть. Вот возле кинотеатра сейчас высадил пассажира. А билеты все уже раскуплены. Ну, ничего. В следующий раз повезет. Ну, естественно, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Всего хорошего!